Жил-был остров. Это был очень красивый, но очень печальный остров, потому что ни один человек на нем не обитал. И ни один человек на свете даже еще не видел этот прекрасный необитаемый остров. Однажды стая журавлей, пролетая в свою Африку, спустилась тут отдохнуть. Вот самый счастливый остров на свете, сказали журавли. Простите, я вас не понял, печально загудел необитаемый остров. А что тут понимать, сказали журавли, ведь на тебе растут пальмы. Растут, зашелестел остров. А на нем прыгают обезьяны? Прыгают, еще как. И попугаи есть в твоих густых лесах. Еще какие попугаи! Вот видишь, сказали журавли, и у тебя есть скалы и таинственные пещеры. Еще какие таинственные! И в реках твоих полно рыбы, и на берегах можно насобирать черепаховых яиц. Пожалуйста, собирайте. Ну, тогда ты тот самый остров, сказали журавли. Как бы тебе объяснить? Ну, видишь ли, все смелые мальчики на свете, все, сколько их есть, и очень многие смелые девочки, и даже, да, даже некоторые взрослые чудаки только и мечтают тебя отыскать. Ты ведь самый любимый остров на свете. Что вы? Да неужели? Воскликнул остров и задрожал всеми своими вулканами. Так вы им скажите, вы объясните им, где я нахожусь. Это как раз между широтой и долготой, влево от Галапагосских островов и вправо от Малапагосских островов. Но этого нельзя делать, сказали журавли степенно. Нельзя так сразу взять и объявить, где находится необитаемый остров. Это было бы просто жестоко, ведь искать необитаемый остров – это самое интересное, что может быть в жизни. Сколько надо побороть бурь и свирепых шквалов, сколько подводных скал нужно миновать и не испугаться хищных акул и жестоких мурен, и плавучих ледяных гор, этих коварных айсбергов, о которых даже страшно подумать, ведь никогда не знаешь, что там у них под водой, и все искать и искать, не щадя самой жизни. О, что может быть мужественнее и прекраснее, чем искать необитаемый остров? И журавли стали задумчиво ходить на своих длинных ногах. А потом они улетели. А необитаемый остров тихо шелестел пальмами и мечтал обо всех смелых мальчиках и девочках на свете и о некоторых взрослых чудаках, которые где-то сейчас его ищут и вечно будут искать, вечно будут думать о нем. И он чувствовал себя счастливым. Да, он чувствовал себя счастливым островом на свете.